И если Локомотиву где-то не хватает точности, то ЦСКА сегодня со своими моментами практически беспощаден. Да, то есть с любой точки зрения, с точки зрения реализации моментов, с точки зрения эффективности бросков, с точки зрения, опять же, мы сегодня возвращались к этому вопросу, а что здесь мог или должен был сделать Исаев в этой ситуации? Перед ним два нападающих, и Соркин должен завершать. И